ЦСКА обыгрывает один европейский клуб за другим и доходит до четвертьфинала, где встречается с греческим Олимпиакосом. Матч в Москве выигран с разницей в 30 очков. Во втором матче в Пирее греки берут реванш. Третий решающий матч тоже в Греции. Перед его началом баскетболисты ЦСКА оказываются жертвами гнусной диверсии. В раздевалку были подброшены бутылки с отравленной минеральной водой. Пятеро армейцев госпитализированы. Матч в ослабленном составе ЦСКА проигрывает. Расследование будет проведено позже, виновных не обнаружат, историю замнут и результат пересматривать не станут.